Евгений Горлов проконтролировал работу систем полива в парках. Исполняющий обязанности заместителя губернатора выехал на объекты после 10 часов вечера по поручению Михаила Развожаева. О том, как и сколько точек полива работает в центре города, Евгений Горлов сообщил на своем телеграм-канале. По Большой Москве около 2 километров сетей капельного полива. 1500 на площади Ушакова, там система орошения идет. Значит, здесь временной период с 11 часов ночи начинается пролив. На Большой Морской 13 зон полива капельного и на Ушакова 12 зон. Вместе с журналистами Евгений Горлов проехал по нескольким общественным пространствам, где осуществляется капельный полив растений. Это Приморский бульвар, Большая Морская, скверы имени Бузина, Линкору, Ленинского комсомола имени Гагарина, а также набережная Парка Победы и парк 60-летия СССР. В некоторых парках запуск системы полива работает автоматически, в некоторых – в ручном режиме. Специальная техника у нас, вот это автоматизированная, спецмашины, предназначены для осуществления ночного полива. Ну и дневной полив тоже существует, там меньше машин ездит, потому что днем поливать не рекомендуют. Время полива и интервал зависит от типа насаждений, погодных условий и в среднем составляет от 30 минут до 3 часов. Евгений Горлов уточнил, что на поливе в постоянном режиме работает 8 водовозов, объем каждой бочки 4 кубических метра. На сегодняшний день система автоматического полива охватывает около 165 тысяч квадратных метров в 17 парках и скверах.